360 новобранцев Национальной гвардии сегодня приняли присягу. Они поклялись преданно служить Родине, стойко переносить тяготы и лишения службы. Церемония началась с возложения венков к памятнику воинов, погибших на таджикско-афганской границе. А затем последовал троекратный залп, минута молчания в честь павших при исполнении служебного долга и торжественный марш. А в этом году ряды Нацгвардии в целом пополнили свыше 5000 новобранцев. Для меня это честь защищать Родину. Сегодня для нас большой праздник. Мы принимаем военную присягу. Я думаю, что он останется навсегда в наших сердцах. День принятия военной присяги – это отправная точка. С этого момента они становятся полноправными защитниками своего Отечества. Мы уверены в том, что сегодняшние воины, которые встали в строй, взамен тех, которые увольняются в запас, достойное место займут и выполнят все задачи, которые стоят перед Национальной гвардии. Это охрана общественного порядка, охрана особо важных объектов, охрана исправительных учреждений,